Стеной. А что дальше? Где ж наш невест? Пойдем с полюбуемся хоть. Конечно, невеста. А невеста-то настоящая! А как же? А может, какая фальшивая? Нет, сегодня же видели, писал, посмотри, что. Я ее только зимой видел. Надо проверить три раза. А летом-то ее не видел, я только зимой видел. Какая? Невесту покажите! Ты, Мил, проверяй, да не строго рука. А, рука мне трогает. Ну, вроде та, вроде та. Вроде та. Закройте ее. Закройте. Ой, закройте. Ты эту песню знаешь? Стой, дежурка. Ой-ой-ой. Ну давайте косы плести, кто умеет косы? Без хлеба, 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 без хлеба
Йошеньо, жено брат, жено брат, жено брат, жено брат, жено брат. Хорошая жена хва, хорошая жена хва, жена хва, жена хва, жена хва, жена хва. Вона любит погулять, вона любит погулять, 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 погулять. Хорошими людьми, хорошими людьми, 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 людьми. Холостыми купцами, холостыми купцами, 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 купцами. Один купчик торговал, один купчик торговал, 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 торговал. Ой, около я стоишь, и прочь не летишь, летишь. Любочку мою, али ты не любишь, ой, любочка моя, мою, любочка моя, любочка моя, а у моей любви, ой, русая коса, вот коса, а у моей любви, ой, русая коса, коса, жаль, жаль, жалко мне, русая коса, жаль, жаль, жалко мне. Лента голубая, вы ниже пояса. Лента голубая, вы ниже пояса. Вы черные брови, вы серые глаза. Вы черные брови, вы серые глаза. Глаза. А любить ее можно, но целовать нельзя. А любить ее можно, но целовать нельзя, нельзя. Вы сладкие медовые, ой, губочки, ой, ей. Вы сладкие медовые, ой, губочки, ой, ей, ой, ей. Я губам приникну, с ними и умру, умру. Жаль, жаль, жалко мне, с ними умру. Жаль, жаль, жалко мне, с ними умру. Обратись, пути, пути некуда пройти. Кабы в лес, кабы в лес, кабы в глубокое озерышко, окунутся только петелька семишелковая. Затянулась. Ага, удочка. Утенок попался в круг. Догоняйте хвостик. Утка шла по бережку серая, по крутому вела детей за собою. Деточки, вы малые, средние и большие, пути вы уйти, уйти некуда пройти. Кабы в лес, кабы в лес, кабы в глубокое озерышко, окунутся только петелька семишелковая. Окунулась! Затянулась! Затянулась я! Кто-то из игры вышел! Клюзя! А теперь быстрее! Утка шла по бережку серая, по крутому вела детей за собою. Деточки, вы малые, средние и большие, уйти, вы уйти, уйти некуда пройти. Кабы в лес, кабы в лес, кабы в глубокое озерышко, окунутся только петелька семишелковая. Прокинулась! Спасибо.
не только того, но На камеру пару слов. Расскажите, откуда вы приехали? Из Санкт-Петербурга. Так, ну и как вы узнали об этом мероприятии? Ой, у нас есть подруга, которая поет в казачьем хоре. И да, мы знаем такой проект. Это родная деревня моей бабушки. Она здесь да. Родилась. Да, вот Татьяна. А как ее звать? Коварова. Это Коварова. Который... А сами вы там где? Питер. А и работаете там? Да. Ну хорошо, что здесь такой праздник. Есть дом, правда, сейчас его, наверное, не существует, который я лет 30 назад приезжала, обкашивала его. Ага. Жила здесь моя бабушка. Ну ладно. Так что приехал навестить. Ну с праздником вас. С праздником. Спасибо. Что нужно сказать? Все, про праздник. Как вы здесь приехали? Мы приехали на целом автобусе, собрали людей, потому что нам очень хочется, чтобы деревня Засосье или Засосье восстановилась, стала живой. Стала населенной, чтобы сюда приезжали люди, чтобы это был пример для всех деревень России. Потому что всего 170 километров от Петербурга – это ни о чем. А на самом деле умирающие деревни. Поэтому больно это видеть и радостно, что есть. Может, люди... хватит жить в Питере? Давайте все, да, в деревню. Здесь экологический воздух. В год экологии об этом. Молоко, блины, да, вся такое. Трудиться, трудиться и трудиться. С праздником. С праздником. Гости, прошу вас всех на нашу поляну. Объявляем сбор. Хорошо. А?
кормежку не слово. Это срамное слово. А у меня есть это. Ну, где машина-то? Тем более. То он тихо играет. Грязное бревно, куда полез-то? Весну закликали, громко кричали. Мы сейчас начнем, а вы нам помогать будете. Пошла молодая по воду. Фразочку говорите, а вы за нами повторяйте. Весна, весна красная! Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью! Приди, весна, с радостью! Со великой милостью! Со великой милостью! Нам зима уж надоела! Нам зима уж надоела! Все хлеба у нас поела! Все хлеба у нас поела! Ручки-ножки познобила! Ручки-ножки познобила! И скотинку поморила! И скотинку поморила! Весна! Это что вы делаете, расскажите? Мы растапливаем самовар. Да? Это какие-то нанотехнологии, по-моему.
Да, нанотехнология 100 лет в обед. Что там в самоваре-то? Дым от чего идет, не скажете? В самоваре угли. Да? Березовые. А вода есть? Есть, колодезная. А оператору нальете чаю? А почему бы и нет? Вот так вот. Вот. А сапог свой лично? Конечно. О, Господи, нифига себе. Ну и обувь была раньше, да? Ой, гулял я веселился, когда был я молодой, а теперь моя коряга стоит бородой. Что-то Маша сделала замечательно, что твоя коряга бородой поставит. Вот они, берите. Эх, русско, по-русско, по-русско, мотай меня за рукава, не ругай никогда. Бежим, ловим. Ну, расскажите немножко, как вы приехали сюда, откуда? Я с Выборга издалека. Да? Вот, меня пригласила Ксения, и так вот, я решила сегодня приехать. Сегодня будут показывать смотрины, как мы все проходили. С девушками мы будем красивое шествие по деревне, по селу, да? По нашему засосе. Ага. С девушками погуляем, то пойдем парням показываться. Вот, вот так как-то вот. Так. А как вас звать? Эльвира меня зовут. А какое ваше семейное положение, интересно? Свободно, как ветер. Вот, тогда это к месту праздник, да? Ну ладно, с праздником вас. Угасла по деревню серая, по крутому пила детей, за собою дедочки, вы большие медленные, и большие Кабы в лес, кабы в лес, кабы глубокая озерышка, окунуться только петелька, семишелковая, затянулась. Утка, плохо работаешь, утка, утка, плохо работаешь. Поехали. Утка шла по бережку, серая, по крутому вела детей за собою. И вы малые, средние и большие, ути, вы ути. И некуда пройти, кабы в лес, кабы в лес, кабы глубокая озерышка. Окунуться только петелька, семишелковая, затянулась. Да. Ой-ой-ой. Нет, ты так не это. Ой, цветов-то сколько. Две невесты. Давайте заново. Девочки. Oh,
оттуда. Его глазы подоплат. Илья, нам жениться велят! Молодцы! Молодцы! Пару свои, более пар, представьте себе. Все танцевали очень слаженно. Чуть притормозите, последняя пара. Не натыкаемся друг на друга, замыкаем хоровод. Конечно, поближе. Чуть-чуть теснее круг делаем. Сами как будто плывем. Правой рукой мы тянем на себя партнера. И левую ручку тянем следующему нашему кавалеру или барышне, следующему нашему партнеру. Паша, встань, пожалуйста, как стоят молодые люди, чтобы ты не с ними здоровался. Люся, поставь, пожалуйста, молодого человека по танцу, по линии танца. Готовы? Можно? Шин! Меня за руку. Этой рукой следующую тяните. Молодцом! Давай-давай-давай, не поводи, поверни сюда. И тяните дальше, идите. Молодцы-молодцы, плывем! Загребаем обеими руками. Неправильно, руки поменяйте. Молодцы! Хорошо! Еще-еще! Молодцы, здравствуйте. Иван, здравствуйте. Иван, здрасте! Еще кружочек, пошли еще! Чтобы выучить. Так, локоть. За руку, молодцы! До пары своей идем. До пары! До своей пары! Вот сейчас ловим свою пару. И с ней останавливаемся! Пошли по кругу общая! По кругу общая! Потеряли, ловите другую. Вот-вот-вот она, ваша пара. А теперь парами. Мы главные, помните. Парами на ручеек. Подожди. По диагональке делаем ручеек. Молодцы. Сейчас очень важно нам всем быть внимательными, потому что следующая фигура у нас с вами качка. А качка, беремся руками обеими, как лодочка у нас получается, да? И у нас, внимание, обратите, одна пара идет назад, другая пара шаг назад. И та пара, и другая обходят друг друга. И таким образом меняемся вперед-назад, 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 вперед-назад. Доходим до конца. Что первая пара, что последняя, всегда один раз пропускает ход. Понятно вам, да? То есть вот встала, попала на начало. Ждет, когда к ней придет не вот эта пара за ней, а... Вот здесь меняйтесь, меняйтесь, меняйтесь. Я говорила про первую, не про вторую ждать. Молодцы! Завели мы свою качку, умнички! Хорошо, хорошо! Пошла наша качка, пошла, пошла! Умнички! Не тудыть, а желательно тудыть. Идем, идем, не стоим на месте, все стоим! Ой, все идем! Идем, 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 идем! Кто пошел, тот уже двигается, как вечный двигатель перпетуум мобили! Не останавливаемся! Вот сейчас мы стоим, ждем. Следующую нашу пару. Внимательнее. Ах, Вика, все вижу. Вот теперь мы пошли. Вот синхронность какая, а? Сюда. Что-то вы сбились, мои родные. Пошли, куда вы идете? Быстро. Молодцы. Пошли, 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 пошли. Не стоим. Двигаемся. Пошли, 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 не стоим. Хорошо, хорошо. Хорошо, молодцы. Да? Хорошо. Молодцы. Вот они молодцы. Здравствуйте, гости! Здравствуйте!
на камеру пару слов. Расскажите, откуда вы приехали? Из Санкт-Петербурга. Так, ну и как вы узнали об этом мероприятии? Ой, у нас есть подруга, которая поет в казачьем хоре. И да, мы знаем такой праздник. Это родная деревня моей бабушки. Она здесь родилась. Да, вот Татьяна. А как ее звать? Комарова. Это Комарова. Который... А сами вы там где? Питер. А и работаете там? Да. Ну хорошо, что здесь такой праздник. Есть дом, правда, сейчас его, наверное, не существует, который я лет 30 назад приезжала, обкашивала его. Ага. Жила здесь моя бабушка. Ну ладно. Так что приехала навестить. Ну с праздником вас. С праздником. Все, про праздник. Как вы здесь приехали? Мы приехали на целом автобусе, собрали людей, потому что нам очень хочется, чтобы деревня Засосье или Засосье восстановилась, стала живой, стала населенной, чтобы сюда приезжали люди, чтобы это был пример для всех деревень России. Потому что всего 170 километров от Петербурга – это ни о чем. А на самом деле умирающие деревни. Поэтому больно это видеть и радостно, что... Может, люди... хватит жить в Питере? Давайте все, да, в деревню. Давайте все в деревню. Здесь экологический воздух. В год экологии об этом. Молоко, блины, да, вся такое. Трудиться, трудиться и трудиться. С праздником. С праздником. Правильно. О чем? О чем? Что здесь происходит? Не ваша идея случайно? Встречаем весну в деревне Засосье. Сегодня хороший праздник, Красная Горка. Здоровья! Да, желаем всем здоровья, хорошего настроения, хорошей погоды, чтобы нас не подвело. Да, снега нет сегодня, слава богу. Да, снега нет, дождя нет, града нет, значит, все удалось. Ну, все. Коллега, вы прибыли сюда по поводу? По поводу праздника. Так, откуда? Из Петербурга. И что ожидаете? У меня уже все есть, что ждать. Нет, вы не, вам не кажется, что скоро Петербург в деревню переедет? Кажется. Тут почище будет. Ну ладно, все доброго. Намяла я мозоли на ногах, побежала на речку споласкивать. Далеко я баня торопится, там бабуля как торопится, кабы мне попариться. У меня лоба рыбка жарится, золотые в руки косточки, хороши девки-подросточки. Рано-рано мама цветик сорвала, молодым у меня камушек дала.
Пару слов. Расскажите, откуда вы приехали? Санкт-Петербурга. Так, ну и как вы узнали о этом мероприятии? Ой, у нас есть подруга, которая поет в кожацком хоре, и да, мы знаем такой праздник. Это родная деревня моей бабушки. Она здесь родилась. Да, вот Татьяна. А как ее звать? Коварова. Это Коварова. Которая... А сами вы там где? Питер. А и работаете там? Да. Ну хорошо, что есть такой праздник. Есть дом, правда, сейчас его, наверное, не существует, который я лет 30 назад приезжала, обкашивала его. Ага. Жила здесь моя бабушка. Ну ладно. Так что приехала навестить. Ну с праздником вас. С праздником. Спасибо.
И своя величина. Не благости понаехала, полен двор, полен двор дорогих гостей, полен двор, полен двор дорогих гостей, эти гости, эти гости да все званое, эти гости. А у меня миллион отвел, молила Юрка, и в отходе я мне не такого полудурка. Только петелька, семь мешок.
кто-то из игры вышел. Люся. А теперь быстрее. Утка шла по бережку серая, по крутому вела детей за собою. Деточки, вы малые, средние и большие, лути, вы лути, лути, некуда пройти. Кабы в лес, кабы в лес, кабы в глубокое озерышко, а гонится только петелька, чем не шелковая. Закинулась! Это моя хопа. Встречала.
любочку мою. Али ты не любишь, ой, любочка моя, мою. Любочка моя, любочка моя. А у моей любви, ой, русая коса. Вот коса моя. А у моей любви, ой, русая коса. Коса, коса, Лента голубая, вы ниже пояса. Вы лента голубая, вы ниже пояса. Леса, жаль, ниже пояса. Ниже пояса. Вы черные брови, вы серые глаза. Вы черные брови, вы серые глаза. А любить ее можно, но целовать нельзя. А любить ее можно, но целовать нельзя, нельзя. Вы сладкие медовые, ой, губочки, ой, ей. Вы сладкие медовые, ой, губочки, ой, ей, ой, ей. Я губам приникну, с ними и умру, умру. Без хлеба, без хлеба, без хлеба, без хлеба. Зеленый мой виноград, 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 виноград. Вдоль по улице пройдут.
пройдет я. А давайте косы плести, кто умеет косы?